17 марта Бакинский апелляционный суд освободил журналиста Рауфа Меркадырова из-под стражи. Суд заменил ему реальный срок тюремного заключения на условное наказание с испытательным периодом в течение 5 лет. Безусловно, я не считаю себя виновным. В связи с этим хочу сказать, сторона обвинения на судебном процессе не представила фактов, доказывающих мою вину в совершении государственной измены или мои контакты с органами иностранных спецслужб, да и не могли они представить то, чего не было. За почти 30 лет моей журналистской деятельности у меня не было сотрудничества не только с органами спецслужб Армении, но и вообще каких-либо других стран. Это для меня главное. Полагаю, что мы с моим адвокатом в ближайшее время начнем борьбу за мою полную реабилитацию. Я убежден, что рано или поздно мы добьемся оправдания. Выражаю благодарность всем тем, кто меня поддерживал все это время. Напомним, что азербайджанский журналист Рауф Меркадыров обвинялся в шпионаже в пользу Армении. 28 декабря 2015 года суд признал журналиста виновным в госизмене и приговорил к 6 годам колонии строгого режима.